Электричество – это великое изобретение человека, но никак не подарок. В рейд по должникам, проживающим в советском районе областного центра, отправились вечером в среду судебные приставы и сотрудники СК «Гарант». Ситуация с задолженностью в Иванове непростая. Недобросовестные клиенты ресурсом пользуются, оплатить за него не считают нужным. На сегодняшний день совокупная задолженность, просроченная задолженность жителей областного центра составляет более 80 миллионов рублей. Но не все это понимают. Есть злостные плательщики, которые считают, что полный расчет – это не его обязанность. Это его обязанность, как и оплата предметов первой необходимости в магазине. Ежемесячно в Иванове без света остается 700-800 абонентов. Отключение – мера крайняя. Однако два неоплаченных счета уже ставят под угрозу работу всех электроприборов в доме. Благодаря рейдам многомиллионный долг перед гарантирующим поставщиком снижается. В период с 1 января 2019 года возбуждено в советском районном отделе порядка где-то 480 исполнительных производств на общую сумму 3 100 000 рублей. Фактическим исполнением, сумму взыскали порядка 2 400 000 рублей. К должникам принимаются в основном такие меры, как арест имущества, ограничение на выезд за пределы Российской Федерации. Соответственно, проводим разъяснительные работы, арестовываем также, арестовываем счета, обращаем взыскание на счета, соответственно, и вырученные денежные средства причисляем взыскателю в счет погашения задолженности. Должники – народ негостеприимный, дверь предпочитают не открывать. Из этой квартиры доносятся лишь грубости. Оплата электричества у хозяев явно не приоритетная статья расходов. Пристав оставляет повестку с требованием явиться на прием. Не придут сами, значит, сотрудники ведомства вернутся снова. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново. Более-менее живым.